Кроме Гривласа, скажут пожелания для всей страны. Давайте. Ведь Крым никогда не сдавался, последний российский ветер. И каждый в Крыму понимает, что дружба с Россией навек. А что тут? Моргнул, да, с праздником! Это прямой эфир идет. А, прямой эфир. Всем привет, ребята. Евгений, здравствуйте. Приветствую. Как дела? Евгений Щепинский, ребята, крымский блогер. Наверняка знаете его. Сегодня здесь все встречаются. Да, сегодня все здесь встречаются. У нас вон там вокруг Крыма стоит канал. Да, я вижу, да. Я вижу, Женя с Илоной стоят. Друзья, всем привет! Сегодня 18 марта, и для всех крымчан это является день большим праздником, потому что Крым стал Россией. Вот, и по этому поводу я сегодня еду на площадь Ленина и хочу вам показать, что же происходит, как встречают крымчане этот день, как празднуют. Так что, ребята, давайте будем смотреть вместе, что сегодня происходит утром на площади Ленина в Симферополе. Начинается праздник. Мы благодарим участника Федерации кикбоксинга КАН Карате ДО и завершает выступление лучших спортсменов Республики Крым и города Симферополя клуб современного спортивного бального танца I Like Dance. Большое. С праздником вас! На сцене вокальный ансамбль «Россияночки», руководитель, заслуженный работник культуры Республики Крым Наталья Жинкина. Руководителя крымского отделения Всероссийского мотоклуба «Ночные волки» в городе Симферополе Никитина Петра Николаевича и представителя Симферопольской и Крымской епархии протоиерея Дмитрия Краткова. Дорогие друзья, всех приветствуем, всех поздравляем с праздником крымской весны. Этот день является особенным для всех нас, является особенным для нашего клуба. Как говорит наш президент Александр Хирург, ночные волки колесами своих мотоциклов вписали свое имя в историю Крыма и России. Поэтому сегодняшний день для нас особенный, сакральная цифра 7, 7-летие крымской весны. Всех вас еще раз с праздником, с великим днем, днем воссоединения Крыма с Россией. Хочу со своей стороны и пожелать помощи Божией в путях дорогах, в ногу, можно так сказать, со здоровьем духовным. А что такое духовное здоровье? Это тогда, когда мы умеем прощать. Это тогда, когда мы живем в мире, поддерживаем друг друга, помогаем друг другу. И на протяжении вот этого периода, 7 лет, 14 года, мы показали это. Мы идем в ногу со всей Россией, со всей русской землей. Несмотря на все страдания, которые испытывает сейчас Украина, в плане расколов, нестроений, это наш братский народ. И мы за них молимся и верим, что они станут рано или поздно плечо с плечом с нами, с нашей русской землей.
Сегодня необыкновенный день не только потому, что сегодня праздник воссоединения, а еще день обретения мощей святителя Луки. То есть день, когда Господь и благословил и Крымскую землю. Наш святитель Крымский Лука, врач, хирург, профессор, академик, он сам благословляет всех нас. Поэтому помощи Божией, здравия, слава России, слава Крыму и всем нам мира, здравия и благоденствия. С праздником всех! Крым, пусть тебя стороной обходят и распри, и войны. Нас в обиду не дай, трудный час поддержи. Крым! Полуостров с открытой ладонью. Для тебя наши помыслы, для тебя наша жизнь. Я приглашаю на сцену с композицией «Крым вернулся домой» Дмитрия Герасимова и детский эстрадный театр студии «Терлям». Автор слов и музыки Ольга Каветиди. Подвиг деда, подсох, распадать мы не дали. За
Дмитрий Герасимов и детский эстрадный театр студия «Тирлям». Ваши аплодисменты! Пусть жизнь в Крыму будет всегда мирной, солнечной и радостной. Счастья всем и процветания! Дорогие друзья, напоминаю, что сегодня на площади Ленина состоится грандиозный концерт с участием лучших творческих коллективов Республики Крым, а также заслуженного артиста Российской Федерации Дениса Майданова. Приглашаем всех вас в 17:00 на главную площадь Республики, чтобы занять самые лучшие и комфортные места. Также не забывайте соблюдать масочный режим. Еще раз всех с праздником!